Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Игорь Ланской, и с вами рубрика «Совет дня 2». И сегодня мы с вами поговорим о регламенте замены приводных ремней с роликом и ГРМа со всеми вытекающими. Если вы не знали, начиная с 2001 года на всех бензиновых моторах ГРМ 2.4 атмосферный мотор, 2.5 турбо, одинаковые ремень и ролики, все идентично. Турбовый это мотор или атмосферный. И лишь до 2001 года стоит ГРМ немножко видоизмененный. Там меньше зубцов и другой натяжной ролик. Мой совет для вас универсален. Неважно, у вас C30, S40, S60, S80 или XC90, но мотор с приводом ремня ГРМ, не цепи, а именно ремень. Внимание, совет! Комплект ГРМа, ремень плюс ролики натяжной и холостой, а также приводной ремень с роликом меняйте раз в 5 лет или 100 тысяч километров пробега. Стоимость запасных частей плюс работа выйдет вам в 20 тысяч рублей. Замена этих ремней предотвращает намного большие траты, а именно капитального ремонта двигателя в случае обрыва ремня ГРМ или приводного ремня. Для дизельных агрегатов мой совет будет звучать точно так же. Комплект ГРМа менять раз в 100 тысяч километров или 5 лет эксплуатации. При этом приводной ремень с роликом менять раз в 40-50 тысяч километров или 2 года. Потому что все знают, что на дизелях это слабое место, и если порвется приводной ремень и его не засосет под ГРМ, то вы родились в рубашке. Раз уж мы заговорили о приводных ремнях, надо уточнить, что это платформа P2, и приводной ремень генератора и кондиционера – это всего лишь один ремень. То на платформе P3, начиная с 2006 года, ремень кондиционера вынесен отдельно, поэтому там два приводных ремня. Один длинный, который приводит в движение генератор и насос гидроусилителя. Там есть натяжной ролик. И второй ремень – маленький. Это ремень, который приводит в движение компрессор кондиционера. И он также требует замены на бензиновых моторах раз в 100 тысяч километров или 5 лет эксплуатации, а на дизельных моторах раз в 2 года или 40-50 тысяч километров. И он находится вот здесь. Если у вас есть желание приехать к нам, получить совет или сделать диагностику вашего автомобиля, добро пожаловать к нам в Volvo Star. А с вами был Игорь Ланской. Ставь лайк, оставляй комментарий и репост этого видео. Всем пока. Добра. Всем пока.